сегодня я вам покажу вот такой вот набор, у которого почему-то нет названия. Оно не написано на коробке. Итак, вот к нему прилагается схема, которая... Тут не знаю, почему показано, что Голем вот так вот руки поднимает. Ведь бьет же в Майнкрафте вот так. Ну, если что, напишите в комментариях, как он бьет. Итак, переходим к фигуркам. У нас есть свинья-ребенок. Ну, по-английски ребенок это Бэби Пиг. У нее вот такое яйцо. И, кстати, о свине. Я не понимаю, почему у нее вот такой пятачок. Там немного есть что-то похожее на кайчугные блоки. Там. Ну да, что-то с кайчугой какая-то связь есть. Итак, переходим ко второму. Это зомби. Если, как все знают, зомби это враждебный моб, но вы можете представить, если что, зомби иногда бывают наездники. Конечно, они часто ездят на курицах, но можно и представить, что на свинье. Но вообще, часто самые частые наездники это скелеты. Но в этом наборе нет паука и скелета, к сожалению. Зомби, как обычный, ну, просто обычный зомби в синей рубашке, с зеленой головой. Ну, ничем не отличается от игрового. Самая большая мини-фигурка в этом наборе, это, конечно же, железный Голем. Так, и вы можете спокойно его сначала спрятать вот сюда. Для него специальная выемка есть, вот. Закрывается. А потом вот так вот сделать просто. Смотрите. Тут еще одна функция есть такая, смотрите. Вот так вот. Как будто скрасился железный Голем. И вот тут открывается, вот это сдвигается, и как бы можно представить, что появляется железный Голем. Ну, и можно представить, что он типа охраняет. Хотя я не понимаю, почему железный Голем обитает там, где обитает просто Алекс. Ведь железный Голем это собственность деревни. Он деревенских жителей охраняет. Но если вы его забрете в своем доме, то он, конечно же, при нападении внутри вашего дома будет вас охранять только. Ну и, конечно, Алекс. Кстати, у меня... Когда я играю в Майнкрафт, у меня всегда вот такой скин Алекса. У него такая алмазная кирочка. Вот, посмотрите. Я не понимаю только одного. Почему вот здесь вот она тоже из алмазов, а не из зерла? Потому что она ведь выглядит в настоящем игровом мире. Вот здесь вот деревяшка. Ну, наверное, так захотели на заводе сделать. И у него такая вот прикольная голова. Кстати, когда вы будете собирать, пожалуйста, если вы спутаете ее с тыквой, ее очень легко спутать с тыквой, потому что у нее, вот даже посмотрите, если вы вот так вот, то она сзади ничем не отличается от тыквы. Конечно, можно как бы сделать вид, что как будто надел тыкву на бошку себе. Но это все-таки как-то... Неприятно так играть, так что сдвигаем эти ужасы. И вот тут вот такая штука, типа база. Тут у нас печь. Вы можете представить, что там какое-то железо, там золото. Ну вот тут вот верстак. В общем, все как в обычном доме, только сундука нет. Вот тут вот факел, не знаю, почему он на крыше. Хорошо бы, если бы он был вот тут. Но его захотели поставить на крыше все-таки. Итак, тут еще можно сделать вид, что он как бы добывает. И тут реально очень легко отдираются вот эти блоки. Вот так. Вот.
Ой, извините. И вот. То есть это очень прикольно. Сейчас поставлю его на место. Кстати, вот тут у нас ручеек такой. Да уж. Только самое главное, что он какой-то маленький здесь. Ну, хотя бы побольше бы деталь вот такую сделали. Не знаю. Так все-таки захотели. Кстати, о свинье. Вот свинья может, конечно, вот это вот, вам неудобно ее так прикреплять, но если вы будете вот так ее ставить, то это даже очень, она легко отдирается, очень это, то есть это специальные блоки для свиньи, чтобы она ходила тут как бы, трава. Так. Кстати, вот этот цветочек можно отдать железному голему. Потому что, как всем известно, железные големы очень дружелюбны к игрокам. Но если железный голем — это собственность деревни, и вы нападаете на деревенских жителей, то он вас убивает. Кстати, еще красный цветочек выпадает, когда вы убиваете железного голема, и его убивают мобы. Ну, как бы цветочек на память. Но я его решил поставить тут. Вы можете поставить как хотите. Ну, собственно, тут и нарисовано. Так, ну, вообще, на одной из картинок там, вот видите, нарисовано, что он держит в руке цветок. Итак, значит, вот этого голема мы снова можем сдвинуть. Кстати, у него, смотрите, у него и вот эта часть движется, и вот это. Ну, в общем, вы поняли, вот эта часть тоже двигается, вот. Так, голема, значит, убираем обратно. И, ну, не знаю, мне добавить нечего. Это все функции набора. Конечно, если вы не хотите ставить на паузу видео, чтобы посмотреть, когда я в прошлый раз показывал коробку, когда я где цветочек держал, то вот сейчас у вас есть несколько секунд, чтобы рассмотреть коробку во всей красе. Вот картинка Алекса один к одному. Сейчас мы это проверим. Да, действительно, это один к одному. То есть весь его рост. И всем до свидания. Всем пока.